Громче. Да. Не воруем только мы. Не, я бы вообще это, только не. Кажется, это не 17-й дом. А? Да? Нет, 15-й. Как 15-й? А вот женщина говорит, что 17-й. Да? Вот ты знаешь. Спасибо. Это я тут эти 2 часа хожу, не могу найти. Первая улица Веерная, дом первый. Вот так, веером, улица, ничего не найти. 2 часа. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Я вас не задержу, ничего? Не задерживаю, нет? А, извините, я просто не представился. Меня зовут Николай Николаевич Лебедев. Я вообще психиатр медицинского института. Я не задерживаю, ничего? Знаете, вот мы работаем, вроде у нас работы много. Что-то работаем, вроде зарабатываем, только ничего не получаем. Карточки всем завели, то на них ничего не переводит. Вот, поэтому я решил как-то попробовать себя немножко вот гипнотизером, попробовать, что может как-то получится, потому что эта профессия очень нужная. Вот. Мало что получится. Вы приходите, вот, пожалуйста. Вам вот тоже. Вот вам, девушки, пожалуйста. Там вот взад. Пожалуйста, хоть мы же можем врачи, мы можем помочь. Понимаете, работы нет. Может быть, как-то частным образом как-то можно еще как-то налоговые как-то можно еще.
она. Итак, вот как-то. Приходите, пожалуйста. Вот туда, пожалуйста. Спасибо. Здесь вот доска объявлений. Код в подъезде. А не знаете, какой код в этом подъезде? 02. Это же милиция, по-моему. 002. Нет, должно быть 4 цифры. 0203 попробуйте. Звоните в любую квартиру. Раз, два, три, четыре. Сейчас. О, открылась. Спасибо. Ты вызов? А ты? Я вызов. Он вызов. Нет, я вызов. А, на вызов. Я вызов, врача вызов. Так ты врач? Да. А вот вы, может быть, заводитесь? Я все-таки здесь. Да, пиво спрячем. Что-то никто вот не идет. Вызови врача. Больные. Они там все больные. Ой, а мы ваше объявление в газете увидели и вырезали. Вот, вот как чувствовали, что пригодится, и вырезали. Я не вырезал. И в сумочку старую документом положили. Я не ложил. Знаете, как бывает. Потеряют, а потом бегают, бегают, ищут. Я не бегал. Ой, а что же я вам запах-то не предложила? Вот, возьмите. Да, давайте. Положь за. Ой, нет, 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 это моего полтуса. Ой, хорошо, что вы пришли. Вот. Вот. А может, огурчик, сосисочка, бычка? Это лишнее. Ну, хорошо, потом. Мы вас сами. Мы чего вас вызвали? Да-да-да. Мой обувь по пьяни от меня зарплату куда-то спрятал, а куда не помнит. Мы все перерыли, нету. Я ему говорю, вспоминаю, ну, какую? Вспоминай, куда деньги сунул! Не можешь? Не могу. И не сможешь! Алкашом родился, алкашом и помрешь. Сама алкаш. Извините. Ты что несешь, а? Ты что несешь, а так кто это алкаш, а? Да я с тобой хоть пила. Пила? Ты видел, чтобы я пила? Видел. Да что у тебя типун на языке с кобылиной ногу скачил? Извините. А вы ведь гипнотизер, да? Да. Николай Николаевич. Николай, а я знаю, я знаю, Николай, это я вам объявление прочла. Николай Николаевич Левнин, не надо, я знаю, я все прочитала. Николай Николаевич Левнин, гипнотизер. А я Надежда Петровна Пызова, старшая медсестра 3-й год больницы. Очень приятно. Очень приятно, очень. А это муж мой, Аполтус, Борис Семенович Бытов. Очень приятно. Очень приятно. Мы чего это? Вот мы вас вызвали, чтобы вот этому чучелу, вот этому чучелу сделать гипноз, чтобы оно вспомнило, куда деньги спрятало. Это ведь возможно? Насколько я понимаю, случай-то у вас клинический. Клинический. Поэтому вы при удачном вхождении человека в транс, положительный результат гарантирует 99, даже 0,9%. Тихо ты! А это не вредно? Не здоровье? Что? Ой, ну хорошо, понятно. А вы ведь у нас доктор наук или лауреат? Да. Я так, сэр. Как 53, первый медицинский институт. О, слыхал, какие ко мне люди ходят? Вот так. А я... читать буду. О, ты читать будешь, да? Да. Я тебе почитаю. А я читать хочу. Я тебе почитаю, читать он будет. Слушайте, а вы можете ему гипноз вот прямо сейчас сделать, а? Пожалуйста, можно прямо в кресле. Давайте, давайте, делайте. Читать он будет, читатель. Давайте, делайте. Знаете что? Я, между прочим, бывший мастер спорта по борьбе дзюдо. Я, между прочим, сейчас президенту напишу, что...
что вы нарушаете права человека. Я Дмитрию Владимировичу Медведеву напишу, он тебя... Иди сюда наверху! Боря! Иди на мельницу, я тебя сейчас возьму! Боря! Я как... Ты что делаешь, да? Ты что я делаешь? Мастер по дзюдо! Да, дзюдо, после! И? Что ты делаешь? Да ты что делаешь, да? Человек к тебе пришел, через весь город, может, шел, ты тут концерт устраиваешь, а? Алкаш ты недоделанный, а? Да че, человек к тебе с добром пришел, слушай, ты же мне раньше времени гроб загонишь, убей лучше сразу! Деньги у него спропил и придумал, что спрятал! Ну не пропил! Пропил! Не пропил! Пропил, говорю! Ну не пропил же, знаешь! Че ж ты боишься, гибло, да? Ну, чего? Да ничего я не боюсь. Ой. Давай, иди сюда, своего доцента, угу. Пускай на силу, пускай смывается. О, Николай Николаевич, ну куда же вы, ну что вы? Ну, дорогой понимаете? Мой человек, ты куда же? Это все в силе, все в силе. Это же будет насилие над личностью. А, Кирия, куда же? Если будет насилие, я вас спасу. Идемте. Идемте. Ой, теперь уже его выходили. Ну что же это такое? Пройдемте, проходите. Давайте, может, я перед ним стульчик поставлю, а? Да, вот тут же. Так удобнее будет. Вот куда, сюда? Вот сюда, да? Так, сюда ставлю. Так. Разобьешь же. Да, я. Так. Так. Удобно он здесь, да? Да. Вот так. А я вот сюда сяду. Так. Да. Так. Я вам тут не мешаю? Здесь? Нет. Хорошо. Начинайте. Откиньтесь, пожалуйста, на спинку кресла. Расслабьтесь. Ноги... Ну давай, откиньте нормально. Ноги на ширине плеч, пожалуйста. Руки тоже на ширине плеч, на ширине рук, ног, ладонями вверх. Да, слушайте меня внимательно, что я буду говорить. И смотрите, пожалуйста, на шарик. Все ваши члены немеют. Все суставы наливаются свинцовой тяжестью. Становятся чужими, неподъемными. Окунайтесь в море, теплое море. А в голове туман, веки закрываются. Закрой глаза, веки закрой, тебе сказали, веки это глаза, ты понял? Я сам знаю. Да? Надежда. Петров, вы не мешаете ему действовать. Все, больше не буду. Я больше не буду. Только, пожалуйста, внушайте ему понятными словами, хорошо? Вот так. Я и так все понимаю. Да, если ты все понял, ты бы закрыл глаза, а ты не закрыл. А веки это то же самое, что глаза. Он не сказал, закрой. Закрой. Так, все, пожалуйста, давайте начнем все сначала. Только раз умоляю, не говорите, чтобы у него не имели члены. У него от этого дела. Продолжайте. Так положено, знаете, сейчас потом все отойдет. Хорошо, продолжайте. Человек туман, вокруг теплое море, глаза закрываете, вы спите. Спать! Чтобы исключено. Ой, он может, он алкаш, ну хитрый гад может. Как вас зовут? Владимир Владимирович Пу. Пузяев. Это ж начальник его транспортного цеха. Ты что, начальник там своего цеха, что ли, прикинул? Слушай, знание так работает. Поразди, да? Как вас зовут? Фрэнк Синатра. Strangers in the night. Как вас зовут? Команданте Эрнесто Че Гевара. Эль Пебло. Унидо. Хамас. Эра. Венсидо. Эль Пебло. Слушай,
Я контакты вам за триумф, а вон санча бандера зду не дает, у вендера сморчал до хунту, а не от себя растаканты, то вендера флот! Надежда, вы что, по-испански знаете? Вы гений! Николай Николаевич! Как вас зовут? Борис Семенович Вызов. А, вспомнил, паразит! Конечно. Что спрашивать? Так, спросите, куда он спрятал 15 632 столб? 15 000? А я вам что говорю? А я вам что говорю? Тихо, я сейчас спрашиваю. Куда вы спрятали 15 632 с полтиной рубля? Спрятал. За бочком в туалете. Ты нашли? Нашла. Ой, в пакетик положила, чтобы не намокли. Вот, молодец, поразит. Ну что ж, можно выводить из танца? Подождите. А вы это, ну, можете его, ну... Заходи. От пьянства, да. Я не специалист. О, подождите, я доплачу. Нет, я, конечно, не специалист. Ну, подожди. А можно я ему вопросик один задам, а? Какой еще вопрос? Ой, ну, мы тогда с ним познакомились. Он только что из армии пришел. Так вот, он мне говорил, что служил в кремлевских войсках. Да? Да. Вот ведь самих кремлевских, вы представляете? Так что идет солдат по городу на незнакомой улице, и от улыбка девичьейся улица цветет, и обижаете девочек, что для солдата главное, чтобы ему далекая любимая вдова. Так вот, вот, и поэтому вот так вот. Вот вы и спросите его, правда это или нет, а? Ну, Борис Семенович, ага. Меня слышите? Да. Скажите, вы служили в кремлевских войсках? Да, нет. Нет. Как нет? Это что, он мне врал, что ли? 20 лет он мне врал? А я-то дура. Я ж всем на работе нахвасталась, что у меня мужик в Кремле служил, а он... Слушай, а где ты служила? Где ты служила? А ну-ка спросите его, где он служил? Вы, Семен, скажите, где вы проходили срочную службу? В строительных войсках в городе Верхние Солда. А ну-ка спросите его, откуда у него ожог на заднице? Неэтично. Антично-антично, спрашивайте. Борис Семенович, вы меня слышите? Нет. Как? А кто это говорит? Говорит Москва. Московское время 24. Борис Семенович, откройте глаза. Ага. Борис Семенович, вы тебя сейчас слышите? Да. Скажите, как вы получили ожог на жопу? Как вы получили ожог на сердце? Как вы получили ожог на ягодице? А мой костер в тумане залетит, и скрыгаться вот ногами на руку. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Ночью нас никто не встретит, а мы простимся на мосту. Сел.
важному делу. Братик! Ну я... Ничего. Мы еще с тобой поговорим. Вот проснешься и поговорим. Так можно уводить из транса? Ну вы что? Ну-ка спросите у него. Какое выводить? Спросите его откуда... Спросите, знаете что? За сколь он купил мне то зеленое платье, которое привез мне из Москвы? Так уж не поймет, какое имя. О, и он поймет, он мне так больше ничего не покупал. Только это платье за 450 рублей. Вот, спросите. Присемёныч, вы помните то зеленое платье, которое купили в Москве? Помню. За сколько вы его приобрели? 91 рубль. Ты же мне клялся. Божился, что за 450 рублей мне это платье в сумме покупал. Я же его только на праздник или на юбилей покупал. Я же всем на работе. Подруги завидовали. Понимаешь, мне говорили, какое у тебя платье шикарное. Какой у тебя муж замечательный. Как он тебя любит. Ну что вот теперь? Не надо, Надежда. Надо помочь. Не лишнее. А может он там себе проститутку в Москве покупал? Успокойтесь, я же спрошу. А, успокойтесь, спросите. Скажите. Я вот тебе ни в чем не доверяю. Я вот ни над столечкой у тебя не верю. Успокойтесь, я все спрошу. Спрашивайте. Ну если ты мне, гад, только деньги на проститутку в Москве потратил, я тебе сейчас как бошку-то проломлю. Ты понял или нет, когда? Да понял. Все, уже справа все понял. Ты сейчас здесь? Да где же ему быть? Тысяча рублей не пропадает! Да подождите, сядьте! Успокойтесь, возможно! Все, молчу, спрашивайте! Ну вы говорите, что он приезжает в Москву, то приезжает в Кремль, нет, вы здесь в Москву. Вы говорите, идем на платье, но не видел платье. Да не видел, что вы говорите, вы увидели на платье! Чего? Скажите, куда вы истратили те деньги, которые якобы потратили на платье? Прости. Очи жгучие и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас, я не в добрый час. Часто снились мне в полуночной тьме очень черные и непокорные,
страдал бы так, я бы прожил жить припеваючи. Вы сгубили меня, ночи черные, унесли навек мое счастье. Очень редко. Знаете, я в таком состоянии не могу проводить сеанс, потому что у меня другие сеансы на сдаче. А, подождите, подождите, надо отменить. Что касается денег, я доплачу, доплачу. Ой, деньги у нас есть. Сейчас, все, сейчас, подождите. Сколько тысяча? Сейчас так, две? Хватит и тысячи. Хорошо? Говорили. Ну, потом. Говорили. Ой, это хорошо, Николай Николаевич, что вы дали объявление в газетке. Я всем нашим бабам на работе расскажу про вас. А пусть знают всю правду про своих женихов. Вы же нам все поголовно врете. Это лишнее. Это настоечка, не лишнее, давайте. Говорили. А он думает, что я дурочка, да? Что я про него ничего не знаю. А я все знаю. А я все знаю. И про Гамку. Барселона отправляется с третьей платформы. Я, наверное, живу незаконно, потому что билет не оформил. Я, конечно, не буду влюбленным, я, конечно, не буду счастливым. Электричка Москва-Барселона пусть несет меня не покормила. Электричка Москва-Барселона.
меня слышите? Да. Скажите, вы имели интимные отношения с этой женщиной? С какой? С Гамкой. Нет. Что ж ты так нагло прижишь-то, а? Не верьте вы ему, Николай Николаевич, он же врет все. Значит, образина. Зачем вы идете такие скоропалительные выводы? Мне даже неприятно это слушать. А вам неприятно? Да. Неприятно, да? С психами ему приятно, а со мной неприятно. Вот и топайте в свой институт. Только пусть сначала эта образина бородатая скажет мне, изменял он мне или нет. Ну потом вы меня отпустите? Отпущу, отпущу, спрашивайте. Пожалуйста. Если вам скажите, вы когда-нибудь изменяли своей жене? Да. Зачем вы это сделали? Страшно. Спросите. Что спрашивали? Спросите, сколько раз изменял? Сколько раз изменял? Один. Один. Спросите, с кем? С кем изменял? Крановщицей из нашего цеха. Я пьяный был, она сама набросила. Сама набросила. Ничего. Сейчас. Я тебе сейчас как утюгом босса проломлю. Да вы что? Ну-ка, я сама! Скатертью дорога! Может, там найдешь себе идиотку какую-нибудь? Давай, давай.
Давай, давай, давай. Может, я... Платье забери, зеленое это. Заберу. Может, я... Просим. Тоже пойду. Да, идите, и вы идите тоже. А то у меня собака клёпает. Да, идите, она вас ждала. А деньги... Спасибо вам, дорогой мой человек! Спасибо, что открыли мне глаза на эту абразину поганую! Спасибо! Спасибо вам огромное! Бритву положь! Положь бритву, я тебе сказала! Я буду и пылесосить вместо того пылесоса, который ты так и не починил! На! Пылесось! Пылесось! Платье забрал, Зелёна, да? Забрал? Забрал! О, давай, подари своей этой, как её, крановщице! Может, она такие носит? О, или нет? Она же у нас такие не носит. Она же у нас шубы норковые носит. А что ей носить, да? У нее же таких, как ты, сотни. И все ей валят, валят, несут. От семьи отрывают, от детей. Господи! Да что же вам еще делать-то? Я вообще все делаю, чтобы... А вы все на сторону, налево. Ой. Отстань! Я там... Дура! Сам дура! Ты меня убал. Ты изменялся, накувыркался на своей крановщице. Господи, я же тебе верила. Господи, я же думала, ты у меня святой. Ты святая, бляха-муха. Святую из себя корчит. А сама под гипнозом поди еще не то расскажешь. Святая она. Ага. Давай посмотрим, какая ты святая. Вот сейчас под гипнозом и посмотрим. Давай, зови своего доцента. Ой, он ушел. Никуда он не ушел, дверь не хлопнула. Он интеллигентный человек, он дверями не хлопает. Ими сквозняки хлопают. Как его зовут? Я не помню. Ну? А у вас замок заело. Не открывается. Борис Семенович. Николай Николаевич. Николай Николаевич, придется задержаться. Зачем? Надежда Петровна вызвала. Хочет, чтобы вы ее загипнотизировали. Не хочу. Хочет. А я не хочу, я сказала. Хочет. Я не могу. У меня клёпа одна дома. Собака? Собака клёпа. Клеопатра? Нет, полное имя клептомания. Ну ничего страшного, на пол покакает. Пойдем. А куда ты его тащишь, да? Еще бабушки, ты что здесь прибираешься, а? А мы что пришли? Вы, кажется, домой собирались. Вот и давайте, освобождаем помещение. Давайте, уходим. Хорошо. Уходим. Ава, давайте, гипнотизируйте ее. Гипнотизируйте ее, я держу на вам. Гипнотизируйте ее. Тихо, тихо. Все уже что? Не знаю. Мне так быстро еще не получалось. Так, о чем делать? Выпускайте, ваша жена, не моя. Вы бы на моем месте что сделали? Я человек не женатый, я в этих делах не советчик. Так что мне с ней на них? До 8 марта, что ли, сидеть? Я завтра на работу. Да мне тоже. Ну, отпускайте. Да, вдруг она побежит. Ну и мы побежим. Она куда? Дверь закрыта, вы же сказали. Ну, в окно. 8-й этаж. Академик, ты что? Ну, отпускайте, мне кажется, спит она. Да? Странно. Точно похоже и спит, да? А может это? Проверь. Как? Ну там, ткнуть. Или иголкой. Ну это как-то негуманно. Чё там негуманно? Вот раз уж и все. А! Или пощекотать. О, она этого сильно боится. Ну, пощекотайте. Не, давайте вы. Нет, это же ваша жена, не моя. Еще ничего, жена. Ничего, я разрешаю. Щекоти, щекотила. Я не специалист в щекотении женщин. Да спит она, что спрашивает? Ну, да.
Настойчики? Типа того. Я вообще-то не употребляю. Ну так, помаленьку. Отлично. Сейчас, лады. Что это? Ниже опусти, ниже. Дырочку заткни пальцем. Ну давай. А за что пьем? За то. За то, чтобы эта чучунда распалась. Чудный тост. Давай. Не дыши, похоже. Сейчас ты умрешь. Спит. Цикваш, пять ваш. Это че, свиной гриш? Формула ж. Формула. Академик. Откройте две. Ща. Откройте две. Все нормально, ложная тревога, ложная тревога. Это она так во сне всхрапнула, у нее бывает. Все нормально. Да, пойдем, надо спрашивать. Вы будете спрашивать? Нет, так нельзя. Я поэта по телевизору в Обана ведь. О, я же вас в Обана видел. Да, вы должны спрашивать. Нет, вы должны спрашивать. Это же глупость, абсурд. А в кого? А в глаз? Знаете, я, между прочим, тоже под дзюдо знаю. Ладно. Ой, спина! Ой, Йосиф, мой спина! Ты на кого бочку катишь, академик? Ты на самого Борю Бызова батон крошишь? Вы что? Я, между прочим, в ОМОНе отрубил. Вы же в стройбате служили. Какой стройбат? ОМОНовец вечный. Коля, пойдем. Вы же руку сломайте. Там еще и ногу. Смотри, видишь? Смотри, спит она. Спит, а ты боялся. Ну, дзюдо, пойдем, накатим еще. Ты такой агрессивный. Да ладно. Воротник вот мне оборвали. Да? Ну, зачем? У меня рубашка. Подумаешь? Почти с детства. Вечная. Подумаешь, воротник. Ну, мне там всю жизнь испортили. Про Вальку-то, про крановщицу. Зачем спрашивать? Так ваша жена настояла. А ты что, значит, забоялся, что ли? Да, тут вот такая чуть-чуть. Это точно. А я не боюсь. Я уже привыкший. До сих пор не знаю, как живой хожу. Не греми только. Ну, давай, поехали. За тебя, академик. Занюхай. Вот разве ей угодишь? Платьями новыми разбрасывается. Сидела бы себе, хвост прижала. Фотомодель хренова, не скажу пиву раз. То стулом шмякнет, то деньги все выгребет и наврет, что потерял. Или с пылесосом этим вцепится, как речь, потерпит, потерпит. А я все живу и живу, потому что это люблю ее стервоз. Я же и про кремлевские войска-то ей почему наврал? Потому что любил.
Она же молодость какая была. Туфельки на каблучках, жопка глобусом, тут все торчком, коса до пупа. Вот такая девка. А я кто? Стройбат. Вот и набрал. Потому что не пошла она меня заменяться, стройбат. А так как узнала, что в Кремле-то все моя сразу. Первый я у нее был. Ну, конечно, не в техническом смысле. Технически ты ее один гад раскурочил там. Жениться обещал, то все, а потом ноги в руки-то и сама рассказывала, и мамка ее. Винила она себя за это здорово. Да, стыдилась, что неполноценная невеста. Говорит, не помню, говорит, даже как все случилось-то. А потом, когда у нас-то уже все произошло, сказала, что как будто в первый раз. Понравилось даже. Ну вот и стали мы считать, что первый я у нее. Че, не верите? Почему? Я же вижу, что не верите. Рожа вон какая хитрая. А не верить? Поклянись. Я никогда ничем не клянусь. Ну вот, не клянусь. Это верю, не верю. Сталиславский хренов. А не веришь? Возьми он у нее, спроси у Надьки. Спроси. Давай, пока она в этом твоем трансе. Вот и спроси. Давай. Как вас зовут? Мерлин Монро. I wanna be loved by you. Опа-на. Nobody is by you. Крыша, что ли, поехала? I wanna be loved by you. Тудирли-дирли-дирли. Это просто спонтанный уход субъекта в подсознание. Куда? В подсознание, в подкорковый отдел мозга. Че, у нее еще такие, что ли? Мы никогда бы не подумали. Ну, такое почти у всех есть. Да? Ну и что делать? Выводить. Ну? Как вас зовут? Людмила Глухченко. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз. Че ты, да? Че это за отделы такие подкожурковые, что да, все. Подкорковые. Ну? Это сознание индивидуума, в них прячется от нашей дурацкой реальности. А че, обязательно в артистах, что ли, прятаться? Почему? Вы знаете, кем были? Ну, они Гурченко уж, наверное. Повыше. Че Гевара, почти Фидель. Да ты че? Я думаю, че мне так борода быстро растет? Как вас зовут? Надежда Петровна Вызова. Опа! Вышла! Доехала! Надежда Петровна, скажите, Борис Семенович был у вас первым мужчиной? Конечно, нет. Конечно. Это она. Ну, она того еще первого вспомнила, ну, образно она, понимаешь, образно. Ты спроси конкретно, каким по счету я у нее был. Андрей Дмитрович, скажите, сколько у вас всего было мужчин? О, это грамотно. 21. Сколько? 2, но она считает, что 1. Нет, она не так сказала. Она так сказала, я вам клянусь. Вы же не клянетесь. А сейчас клянусь. И докторские, и кандидатские клёпочки. И сколько она сказала? 2 и 1. Ну, 3 точно. 2 с последствиями. С какими? С последствиями. А?
один просто так дружил. Не, мужик, ты что меня? За идиота, что ли, держишь? Сколько у нее мужиков до меня было? Да ну один, который ее раскурочил и сбежал. Ну что ты мне начинаешь мозги-то пудрить? Ты конкретно спроси ее, сколько у нее было до меня мужиков. Не буду ничего спрашивать, нельзя один тоже вопрос задавать дважды, будет катастрофа. Ник, что не будет? Не буду ничего спрашивать, мне домой пора, у меня клёпа все обгадит. Не будешь, а я сказал, будешь. Понял? Давай спрашивай! Не буду, что спрашивать? Спрашивай, сколько, садись, сколько у нее мужиков до меня было? Не знаю я! Так у нее спроси! Отпустите руку! Не отпущу так спрашивать! Наешь, скажите, сколько у вас было мужчин до мужа? Да. До какого? Как до какого? До вашего? Первого или до второго? Чего она такое говорит, да? Не знаю. Узнайте. Узнать. У кого? У соседей? У нее. Спросить? Спросить. Надежда Петровна, скажите, кто был ваш второй муж? Борька Вызов. Алкаш этот. А первый? Лёшка Славин тоже пил хорошо. Мы с ним 3 месяца прожили. Потом его посадили. Ну, я и развелась. Потом по блату паспорт сделали. Чистый, без печати, с девичьей фамилией. Мой оболтус так ни о чем не догадывается. О, Пресвятый Сочи, ничего страшного не произошло. Ну как же, не произошло. Она 20 лет меня за нос водила, и мамаша ее. Так вы тоже ее обманули. Я? Чё я? Кремлёвские войска, зелёное платье. А она... Она же у меня первая была. Я ж до неё никого не любил. Я же потом, когда у нас всё произошло-то, после свадьбы, первую брачную ночь, я же её спросил, ну как тебе, Надя? Она мне говорит: ой, Боря, я в этом не понимаю ничего. Оказывается, у меня уже муж был зэк. И мужиков 21. 21 ведь? 21. А у меня только она. Ну еще. Пресвятый, вы же интеллигентный человек почти. Вы же подсознание Че Гевара, почти Фидель. А потом люстру сниму и сам повешусь. Грех-то какой. Она же вас любит. И вы ее любите. Люблю ли ее больше. Ваше сознание затуманивается. Гаснет. Уйди, лингвист. Разве я о такой жизни мечтал?
воротник оборвал. Руку чуть не сломали. Ногу давить. Чуть не сделался соучастником убийства. Настоечка. Потом спирт. С алкоголики. Еще бы 5 минут занялся бы сексом. Господи, что же он творил? Они же там одни под гипнозом остались. Ой, надо все исправить. Надо все исправить, я же врач. Не могу все исправить. Я же могу. Все ли мне равно, что сбудется потом? Любовь нельзя понять, любовь нельзя измерить, ведь там на дне души, как в опусе, начну. Эта грудь бездонная сегодня нитью тонкою связала нас судьба. Твои глаза зеленые, уста твои обманные, и эти песни звонкие свели меня с ума. Не нужно ничего, ни горьких сожалений. Было я никогда, уже больше не вернусь. Как хочется хоть раз на несколько мгновений в былую глубину без страха заглянуть. Эта глубь бездонная сегодня нитью тонкою связала нас судьба. Твои глаза зеленые, уста твои обманные, и эти песни звонкие свели меня с ума. Откройте глаза. И слушайте меня внимательно. Забудьте весь сегодняшний день. Забудьте меня. Забудьте все, что вы сегодня друг другу сказали и что услышали. Забудьте обиды, подозрения. Не надо друг другу лгать. Не надо называть друг друга плохими словами. Ой, все, я говорю, они же не поймут. Я думаю, почему же не поймут? Я же врач все-таки. Я же могу нормально объяснить.
же двое. Вы должны понять. Не надо другого звать, другого лгать. Не надо звать другого такими словами. Надо быть просто... Надо быть просто добрее. Это же так просто. Быть добрее. В детстве вы все мечтали любить. Любите друг друга. Всегда. Просыпайтесь! Сами артисты. Я вот сейчас Лену попрошу спеть для вас. Виталий, а ты куда ушел? Подкорковая песня.
manera no tiene la culpa. Caballo de la Habana, porque muy despreciado, por eso no toque don por llorar. Esa mujer llega así, esa manera no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor de bien pasado, venderé, 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 venderé. Bamboleo, bambolea, porque mira yo la vende, mira así. Bamboleo, bambolea, porque mira yo la vende, mira así. Y no tiene perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna de festín. Y Arestina, Tindesia, Farrano, lo mismo ya callé, lo mismo de ti. No te dejo andando, pero me brinda la fortuna desde ti. Y Arestina, Tindesia, Farrano, lo mismo ya callé, lo mismo de ti. Bamboleo, bambolea, porque mira yo la aprendí a vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mira yo la aprendí a vivir así. Музыку.
Сыграли. Поехали. Поклонимся и отпустим вас домой. Спасибо большое.